Сегодня едем на Золотые Пески. Ненавижу утром рано просыпаться. Телефон в Иркутске 520. Йога. Эдуард? Мое постение. Здрасте. Здрасте. Так, ну поехали. Надо снять. Здрасте. Просто. Я тебя... А с другими что не здороваешься? У нас есть рация? Так, там это, не тянутся. Вань, пусть у вас... Проверочка, проверочка. Сибиряк на выгуле? Давайте-ка работаем. Пау. Чем, чим? У меня 3 человека, но 2 палатки, вода, доски, вещи, еда. К вам Таню? Да. Ко мне Сережа. Да. Он хочет сплавить меня. 2 Право, камеры в одной надо. Тачке за это слишком. Ладно, пойду я от вас. Реально. На B4 поедем теперь. Все? А ты с кондиционером? Мы как будто заложниками поменялись. Обмен состоял. Бля, я думал, у вас тут немножко побольше места будет. А зачем ты сумку сюда привез? В смысле, там вещи? Тебе в дороге они нужны? Тебе что-то в ней понадобится в течение 2 часов? Конечно. Что? Кофта, влажные салфетки, кошелек, зарядки, ноутбук вдруг захочу покопать. Думал, ништяк, будет меньше веса, и ты принес сумку с себя размером. Одна сумка только весит почти 3 килограмма. Она же кожаная. Black Lives Matter. Русский black metal. Арюн Хартын. Не надо. Да давай, давай. Не оправдывайся, не оправдывайся. Показывай руку. Это просто. Все, let's go. Если пойдет дождь, то у нас будут некоторые сложности по возвращению. Причем я несу вообще, если пойдет дождь, я просто вот. Ты что несешь, а ты, оказывается, несышь. На сниженной передаче, как не в себя, попру и все. А вот Леха может где-то подзастрять. Нам всем пизда, поворот не туда. Слушай, ну тут просыпали так хорошенечко. Пока что дорога вообще норм, даже если дождь. Старики ездили, наверное.
тоже просыпали, смотри. Тут нормально, значит, следят. Старики, просто старики. Тут здесь все прям вообще просыпано, смотри. Ответ, уедем. Справа или прямо? Типа официально. Слушай, а я не знаю, там дорог же вообще много. Ну так и так деньги за въезд возьмут. Ну что, платить надо, что ли? Да. Серьезно? Ну с машины деньги берут. И че, почем? С машины 250 рублей. Но если ты заезжаешь чисто на день позагорать, покопаться и вечером выезжаешь, тебе их на КПП возвращают. А если остаешься, то 250 рублей стоит. А это что, типа там за дрова какая-то лежит, нет? Нет, они там туалеты строят, вот дорогу отсыпают. Ага. Просто сейчас заедем, скажем, что мы тут были. Вроде дальше едем. Куда, куда? Ну. Тут говорят грязно и люди. Нам надо чисто и без людей. Ляха, 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 ляха. Вот смотри, можно деревья сразу спиздить вот чьих-нибудь. Здесь рыбы нет. Ну типа если здесь поставить лагерь в деревьях, а загорать купаться куда-нибудь там туда, вот как к собакам ходить. К собакам, да. Нормально, но к коровам. К собакам. Какашечки? Будем жить с клещами. Целое одно дрова. Вон еще, вот та полянка еще освободится, походу, скоро. А там далеко, зачем? Тут нормально, тут чистенько, да. Смотри. Рукомойник есть. Даже мыло есть. Вот это серая съебать, тапочка тут лежит. Че, Сахалин, пиздишь, что ты уже кибьешь, Селич? У него есть какие-то акции на твое тело, на твою кожу. Контрольный пакет акций. У меня бабок не было, потому что телефон поменялся. Всем нравится место? Вообще нет. Не люкс, конечно, но нормально. Нет возражений. Бери, бери. Собери! А что там? Да блять, он там взял пакет, не докинул, все вывалилось. Баба Аля приехала. Ругаться будет, ругается на детей. Ибо нет. Хуя. Энергетики мне. А мы сейчас будем бутерброды делать. Да, будем-будем. Бери, бери, будем-будем. Это ты все на берег? Нет. Все, забирай вещи спереди, я тачку закрою. Спереди? Ну твои же вон сзади лежат вещи. А зачем забирать? Пилим контент. Кошмары, блядь. Зеки, а че? Ну у нас два человека без татуировок, да? Чё, как Калик? А чё, кальян беременным тоже нельзя? Там табак. Так, а если он никотиновый? А, он никотин, можно. Ой, ну типа не никотиновый. Блять, тогда точно можно. У вас чё, опять время замечательных фотосессий? А ты будешь сегодня с водой драться? Так это Алисина, рук дело. Алиса, сделаешь Ване бои опять? Зачем повторяться? Ну сделай новое что-нибудь. Как будто у него там раунд 2. Может к собакам сходить, собак снять? К собакам? Пойдем? По собакам пойдет. Я пойду. Все, Алиса, давай отсюда собак фото и пойдемте обратно. Ты авокадо намазала? Леха будет заботливым. Авокадо. Авокадо прикрой. Да я намазала. Ты что? Ты его сейчас... А татуйся, намазала. Авокадо. Thank you.
Ем, добавь. Ты коленка и яйцо повредил. На расслабоне, на чиле, поэтому можно сейчас пивко хуярить, качаться, а пока что на чиле, чили, лето, лето, заебали, куда ты тут? Пошли воровать дрова. Настали смутные времена. Дожди, грозы, холодный ветер, проблемы с почками. И самое спиздить дров на ужасную ветреную и дождливую ночь. Туалет получается. Воровство дров отменяется, походу. Сейчас как дождь ебанет! Собрать вещи. Пизда! Я же говорил, я же говорил! А кто говорил? Я говорил! Вот вам, ребята, апокалипсис. Tomorrow. Кто предсказал погоду? А чё надо собирать? Стол может просто взять, унести совсем? Чё, дрова, значит, не пойдём пиздить? Отменяются, да? Пиздить-то можно, вот костер особо не пожгем. Чисто так, по фану спиздить дрова. Тут будут. А то есть вот такой вот сильный ветер вас вообще не пугает, да, что какой сильный дождь будет? А у нас что, выбор есть, что ли? Водилы прибухнули оба, куда нам деться? Ствол дров продолжается. Вот тут кайфово, вообще тут ветра нет. Мы не знали бы, что будет такая погода. Мангал, смотри, свежекупленный, привезли, один раз пожарили, оставили. Чё, спиздить надо? Чистенький, новенький. Мы уже все пожарили. А чё сетку не убрали, бутылку, вот пиздец.
Так оставили другим? Эти не могли сжечь, что рисунки. Рисунки, искусство? Рисунки могло принести откуда-нибудь. А нет, там вон в яме целый барак. Тут какие-то страшные рисунки. Там какие-то убийства на рисунках нарисованы. Как будто напоминает мне это фильм «Синистер». Там как будто кто-то мечом побеждает какую-то хуйню. Не думай об этом. Это правда в тачке будешь спать. Что на сигналку включить. Я вот уже думаю, как там быть. Ты, короче, можешь ее не блокировать. Я просто изнутри все двери сам запломбирую, чтобы мне можно было ночью попискать сходить, к примеру. Сереж, если хочешь, я не против. О, там молния. Я не понимаю, зачем. В тачке спать — это пиздец свист вообще. Ноги не вытянуть, кресло оно все равно углом. Кто тебе сказал, что ноги не вытянуть? Ноги вытянуть, я маленький. Палатка стоит под деревом, нормально. Я подумаю, а в тачке удобно. А дрова бы куда не тюк. Я чтобы кот не пить прикус. Давай закинем вот эти пиленые маленькие. Там, да, там вообще клево. А какая разница? Мне кажется, сегодня все Жеку загадывать будут. Да.